Программу льготных аптек внедряют в Химках. В такой аптеке жизненно важные препараты продаются по специальной сниженной цене. Достичь этого удалось благодаря сотрудничеству с производителями лекарств. Медикаменты поступают напрямую с завода. В преддверии новогодних праздников мы сделали такой подарок нашим жителям, когда они имеют возможность прийти в аптеку новую, которая здесь востребована, и приобрести те лекарства, которые им будут необходимы. Подобных аптечных пунктов уже более 200 в Московской области.